Здравствуйте, меня зовут Сергей Кулаев. Я являюсь тренером сети спортивных клубов Sport Life. Сегодня я вам покажу тренировку на мышцы рук. Первым упражнением я выполняю сгибание рук со штангой стоя. Данное упражнение является односуставным. Рабочий сустав здесь локтевой. Основное воздействие нагрузки ложится на двуглавую мышцу плеча. Выполняю 3 подхода по 10 повторений. Максимально руки сгибаю, максимально разгибаю, но не довожу до блокировки локтевой сустав. На усилие всегда делаю выдох. Таких я выполняю 3 подхода по 10 повторений. Сейчас добавлю я вес и приступлю выполнять рабочие свои подходы. Приступаю выполнять первый рабочий подход. Всегда следите, чтобы спина была прямая, ноги слегка согнуты в коленном суставе. Приступаю ко второму подходу. Закончил второй подход. Приступаю выполнять третий заключительный подход. Закончил выполнять данное упражнение. Приступлю сейчас к следующему. Следующее упражнение я выполняю подъем гантели сидя в стиле молот. Данное упражнение является у нас односуставным. Рабочий сустав здесь у нас идет локтевной. Основная нагрузка ложится на двуглавую мышцу плеча. Берем гантели, таз прижатый, спина прижата. И сгибаем в локтевом суставе. Максимально разгибаем, но не доводим до блокировки локтевого сустава. На усилие делаем выдох. Первый рабочий подход. Закончил выполнять. Приступаю выполнять второй рабочий подход. Закончил выполнять. Приступаю выполнять третий заключительный свой подход. Закончил выполнять данное упражнение. Приступаю выполнять следующее. Следующее упражнение я выполняю сгибание рук на скамье скота. Данное упражнение у нас является односуставным. Рабочий сустав у нас локтевой. Основное воздействие нагрузки ложится на двуглавую мышцу плеча. Максимально руки сгибаем, максимально разгибаем, не доводим только до блокировки локтевого сустава. При этом на усилие делаем всегда выдох. Первый подход. Закончил выполнять. Приступаю ко второму подходу.
Закончил выполнять второй подход. Начинаю выполнять третий, заключительный подход. Закончил выполнение данное упражнение. Следующее упражнение буду делать на трехглавую мышцу плеча. Данное упражнение является у нас односуставным. Рабочий сустав у нас локтевой. Основное воздействие нагрузки ложится на трехглавую мышцу плеча. Приступаю выполнять первый рабочий подход. Берем рукоятку. На выдохе максимально разгибаем, но не доводим до блокировки локтевой сустав. И возвращаемся на вдохе в исходное положение. Ноги при этом слегка согнуты в коленном суставе. Спина прямая. Делаю таких я 3 подхода по 10-12 повторений. Приступаю выполнять второй подход. Закончил выполнять. Приступаю выполнять третий заключительный подход. Закончил я выполнять. Стараюсь при этом каждый раз добавлять рабочий вес. Следующее упражнение буду выполнять французский жим с гантелями. Техника выполнения. Берем руки. Гантели в руки, ложимся и начинаем выполнять. Данное упражнение является у нас односуставным. Рабочий сустав также является локтевой. Вся нагрузка ложится на трехглавую мышцу плеча. Также следим за локтями, не доводим их до блокировки. Приступаю выполнять второй подход. Закончил выполнять. Сейчас я приступлю выполнять третий заключительный подход. На этом моя тренировка рук окончена. С вами был Сергей Кулаев. До новых встреч!